Каждую машину, которая въезжает в Мордовию со стороны Нижегородской области, тормозят гаишники. Пока только проверяют документы, спрашивают цель приезда, но скоро прямо на посту начнут измерять температуру и записывать, кто, зачем и насколько приехал в Мордовию. Основная задача – выявлять тех, кто приезжает на постоянное либо временное проживание в Саранск и районы Республики Мордовия. Этих людей мы должны фиксировать, предъявляем предписание, выданное главным санитарным врачом Республики Мордовия, о том, что введено режим повышенной готовности, и предлагается, ответить на ряд вопросов, касаемых персональных данных. Регистрировать будут только те, кто планирует задержаться в Мордовии. Так называемых транзитников не записывают. Так делают уже во многих регионах страны, рассказывают дальнобойщики. Останавливают, проверяют продукцию. Мы возим продукты народного употребления. Все проверяют, на вирус, температуру проверяют нас. Пользуясь моментом, надо передать привет моим родным в Дагестану. Передавайте. Все. Здоровья желайте. Всем здоровья, никто, чтобы не болел. Всем крепкого здоровья. Здоровье будет, все будет. Антисептик. Может, вам масочку дать? С собой возите? Нет, у меня есть маска. А вы что с собой возите вот в машине? Антисептик. Разовые перчатки. Маски. Обязательно. Нам обязательно. А можете показать? Кого показать вам? Маски. Игорь Алаев путешествует по России со всеми мерами санитарной предосторожности и справкой, которую предъявляет на каждом посту. Документ подтверждает, что он имеет право въезжать в регион. Последний раз делал это в Шатках. Все, кто дежурит на пограничных постах, ожидают, что появятся недовольные и будут ссылаться и на Конституцию, и на права человека на свободное передвижение. Поэтому эпидемиологи просят всех отнестись к такой процедуре с пониманием. Сегодня в основном транзитном. То есть люди проезжают, не заезжая в Республику Мордовию, на Нижний Новгород. Значит, пока через наш пост, проехало, нет сегодня такой вот массовости. Ожидаем, дежурство организовано. Понятие «воздержаться» просил и Петр Тултаев. Говорил он о предстоящем большом православном празднике. Советовал не посещать храмы и не ходить собирать яйца, потому что это хоть и добрая традиция, в период эпидемии опасна для здоровья. Давайте все-таки воздерживаться от этого и поздравляйте друг друга, христосоваться по телефону. Людмила Кусерова, Александр Зюзяев. Наши новости.